В Саровском медицинском колледже можно обучиться на направлениях «Сестринское дело» и «Лечебное дело». В этом году по специальности «Сестринское дело» 75 бюджетных мест. Пойти учиться можно на базе 9 или 11 класса. На специальности «Лечебное дело» можно поступить только после полного среднего образования. Обучение ведется не только в медколледже. С прошлого года у учреждения появилась еще одна база – Приволжский окружной медицинский центр. Практика студентов проходит на территории клинической больницы, в клинической больнице 50 ФМБА России и на базе Приволжского окружного медицинского центра. Все эти медицинские организации, учреждения здравоохранения ФМБА России, мы активно с ними сотрудничаем, с клинической больницей за всю историю, более 60-летнюю историю мы дружим. Многие наши выпускники, да, что лукавить, большинство наших выпускников и сестер, и некоторые врачи – это сотрудники клинической больницы 50. Некоторые сотрудники КБ-50 и Приволжского медицинского центра преподают в Саровском колледже. Кроме насыщенной учебы и практики, у ребят активная студенческая жизнь. Они участвуют в городских и областных мероприятиях, конкурсах, спартакиадах, волонтерском движении. Иногородние студенты, которые к нам поступают, они могут быть обеспечены общежитием. Городское общежитие идет навстречу и выделяет места для всех нуждающихся. Наши студенты получают стипендию бюджетную. И, кроме этого, могут особо отличившиеся студенты получать стипендию правительства Российской Федерации, президента Российской Федерации, ну и ЗАГС Собрания Нижегородской области. На дне открытых дверей в Саровском медицинском колледже гости познакомились с образовательным пространством учреждения, узнали об особенностях поступления и обучения, осмотрели учебные кабинеты, побывали на мастер-классе от студентов колледжа. Приемная кампания в медколледже стартует 17 июня. Подробную информацию можно узнать по контактным телефонам или на сайте учреждения. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Евгений Ващенко, служба новостей Саров, 24.